Раньше Маша парковала свой пикап в огороде. Но с тех пор, как возле дома появилась горка, машина стоит за оградой. Поэтому Маша решила построить гараж. Маша убрала пикап, чтобы приступить к строительству. А ты знаешь, с чего начинается стройка зимой? Правильно, сначала надо расчистить снег. Но лопатой Маша чистит снег в кузове. А для улицы ей понадобится фронтальный погрузчик. Это Супермен, он поможет девочке. Маша хочет гараж из сэндвич-панелей, как автосалон у кролика. А вот и директор строительной фирмы. Его компания производит сэндвич-панели и строит из них автокомплексы и гаражи. Чтобы начертить проект, надо знать количество машин и высоту ворот. Маша хочет гараж на две машины с террасой на крыше, чтобы загорать и пить чай с гостями. Директор обещал подготовить проект, и как только будет готов котлован, он пришлет строителей и технику. Снег расчищен, но копать землю не получится, ведь зимой почва промерзает на глубину до 2 метров. Дина знает, как решить эту проблему. Он привез в кузове каменный уголь, чтобы устроить большой костер и прогреть землю. Уголь, в отличие от дров, горит медленно и долго. Огонь нельзя оставлять без присмотра. Поэтому Дина позвал своего дедушку пожарного. Он будет дежурить ночью, пока уголь не прогорит. Супермен набрал полный ковш снега и тоже готов не спать всю ночь. Когда Маша проснулась, уголь полностью прогорел. А Дина уехал за экскаватором. Теперь, когда земля оттаяла, ребята смогут выкопать котлован. Thank you.
Отличная работа. Спасибо, ребята. А вот и строители. У них служебный микроавтобус, чтобы возить с собой весь необходимый инструмент. Маша объяснила, с какой стороны будут ворота и где должен быть вход. Это Варя. Она привезла доски для опалубки. На ее машине есть кран-манипулятор, поэтому она сама загружает и выгружает материалы. Из этих досок ребята сколотят опалубку. Опалубка – это щиты, которые придают форму бетону и держат ее, пока он не застынет. Пока строители работают, Маша собрала обрезки досок и опилки. Строители раскрепляют последний угол, а миксер привез первую партию бетона. Маша сказала, что можно выгружать. Бетон возили до позднего вечера. Две машины сделали по две ходки. И получилось 4 машины. Утром ребята приступили к сборке гаража. Они сваривают каркас и крепят к нему сэндвич-панели. Маша выспалась, и у нее хорошее настроение. Варя использует грузовик как автокран. Пока строители возводят стены, Маша съездит за плиткой для пола. Маша любит лепить снеговиков и рисовать красками. Чтобы по крыше было приятно гулять, строители уложат террасную доску.
рисунки готовы. И гараж тоже. Пора принимать работу. Маша счастлива! Можно собирать гостей! Также на канале Monkey Tool смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда, познавательное видео про животных, уроки рисования «Кубик расскажет»,